Транстрок, город Ростов-на-Дону. На матче работает. И нет Транстрока, здесь играет также Локомотив. Федор Зинсков сейчас с угла. А это с этим ударом, если бы не было бы. Не бисекреты, а на начало Павел Паш. Здорово сейчас, Юрий Кот. Его участникам вновь стал сейчас. Ростова-на-Дону команды «Метранспорт», друзья. Ну и...